места пусто не было. Вот так. Думает, что здесь можно. Только освободили, а она сюда. Видите, номер какой. Чуть-чуть не хватило, да. Одной цифры не хватило вам. А? До 3 шестерок. Что? Специально не стали получать 3 шестерки. Снимаете. Фиксируем. Подсказываем вам. Ну, вы заехали на тротуар, я подсказали. Я пропускала человека. А, и сюда специально заехали. Я заехала не на тротуар. А куда? На тротуар. Вот здесь, под вами. Да, только что отсюда. Я подъехала к инспектору, узнать, что он там делает. Понял. Только что просто отсюда машину забрали. Ну ладно, вы такая умная. Ну ладно, всего хорошего. Будем сказать, что ладно, вы выкрутились. Ладно, не будем. Будем думать не так. Будем говорить. Всего доброго. Но вы уже едете, нет? Пропускаете там кого-то или что? Там вроде нет. Без вопросов. Где вас искать? Здесь? Нет, я говорю, какая? А, наш надзор. Наш надзор. Наш надзор. Канал, да, на ютубе. Можете посмотреть. Что вы там? Ну, посмотрите. Ну, а что вы там? Понравитесь, понравится, подпишетесь. Нет, ну, а не понравится, там? Нет? А о чем там вообще канал? По устранениям нарушений правил дорожного движения разных. Захватом парковок. То есть хорошо. Много чего. А этот, может, вы как-нибудь какой-то канал такой сделаете, чтобы парков было побольше? Все, поехали. А мы работаем по этому вопросу тоже. А вот правда, а что у нас парковок нет? А я не знаю, мы же сами не из Анапы, просто приехали сюда проездом. Я из Воронежа. Да? А у вас в Воронеже много парковок? Переделаем полным ходом мы там. Реконструируется если все там. Если бы вы видели, какими темпами там все. Там что творится, да. Столько мест. Мы там работу ведем тщательно очень, понимаете? Ну, еще в Новороссийск приедете. А сюда мы люди попросили, подъехали просто, да, и были рядом, подъехали, вот решили помочь. Нет, ну, а просят вот, люди. А как вот вы считаете, вообще нормально, что в городе нет парковок? Ненормально. Мы сами проехали, ужаснулись. Ну, вот. Либо знаки надо убрать, 327, я уже... Ну вот я сейчас приехала на одну парковку занята, на вторую занята. Сейчас, извините, можно я инспекторам подскажу, что до свидания скажу, и если вы еще не очень спешите, то я нет, отвечу на все вопросы. На все вопросы. Куда обращаться и что делать, чтобы у нас... По парковке в администрацию надо писать. Вот смотрите, вот город, да, берем город Анапу, вы прошли по Анапе, да, вот где можно сделать здесь парковку? Вот смотрите, чуть дальше полно мест, где? Дальше вот центра. Где? Вот улиц мы не знаем, но вот знаете, какая там улица была, не помнишь? Ну, Ленинский проспект. Ленина, улица Ленина, да, есть такая у вас? Где? Я не из Анапы. А, вы тоже не из Анапы? А, ну, ведь как нам с вами разговаривать тогда? Нет, ну я здесь сложно. Бываю, но я вот приехал, приезжаю сюда. Смотрите, вот... Из Новороссийска. Я понял. Вот в Новороссийске мы тоже были, тоже работали. Улица Южная, по-моему, есть такая? Есть такая улица Южная, но вот у нас в Новороссийске, к примеру, есть скрытые парковки в центре, многоэтажные. Скрытые в центре? А. Скрытые многоэтажные, да, парковки. Там... В Анапе здесь я смотрю, что этого нет. Почему? Можно же сделать большую парковку, крытую, многоэтажную, куда поместится. У нас вот что у нас в Анапе? На сколько мест? На 20 машин, да? Где? Вот, ну вот чуть ниже там парковка возле... Ну там немножко, да, я видел. Не очень много. И там машин, ну вот сейчас там просто столпотворение, потому что все туда люди едут, а они закрыты, все, мест нет. Там же можно, по идее, выстроить, да, многоэтажный парк. Можно, но я не знаю, может, бизнесменов нет, которые хотят это сделать. Ну, вот вы снимаете, понимаете? Да? Так займитесь, ну вот вы чего хотите добиться? Ну вот это вот съемка. Ну, я вот не понимаю. Хотя бы, чтобы здесь как-то переделали. Ну, красиво. А здесь что? Вот так же вот стоят машины. Там можно. Там можно, там в собственности территория. А что, я стала парковаться? Стала? Нет, если вот так вы бы... Я не собиралась вообще остановиться. Да к вам вопросов никаких нет. Вы вообще вежливый, корректный человек. Посмотрите вообще, есть ли тут у нас какие-то варианты тут как-то встать и все. Ну подальше есть чуть-чуть. Вот там в километре можно встать, дожди пешком. А где? Я вас радуюсь. Вон на тех улицах, вот соседних. Высадила детей, поехала искать парковку вообще уже. На соседних улицах есть, вот мы смотрели, мы проехали. Ну не на выезде, а вот где отдел полиции, вот там есть. Вот смотрите, вот я к вам с каким вопросом. Вот вы говорите, ну вот снимаете, да, нарушителей. Я согласна.
согласна, да, это хорошее дело. Но это же не изменит ситуацию. Ну, вы поснимаете, да, народ он будет в таком... Так мы пишем обращение, да, пишем. Что? Обращение. Реконструкцию, чтобы сделали. Где же вообще вот это все изменение? Это же можно просто поговорить, поснимать. Могу показать. Уехать. Вот буквально вчера мне прислали. Вот, в городе Воронеже. Буквально вчера мне прислали. Это одно из переделанных мест. Там стояли машины сейчас, сейчас я вам покажу. Это люди просто присылают иногда информацию. Могу показать без вопросов, смотрите. Вот. Вот как переделаться в городе Воронеж. Вот там машины стояли массово, а вот теперь вот что здесь. Кто этим занимается? Я занимаюсь. Администрация занимается, да. Можешь посмотреть. А как вы деньги зарабатываете? Смотрите, а я на работе работаю, а это хобби. Вот, видите, здесь машины везде стояли. Ну, вот. И дальше вот, где они вот, теперь стали? Теперь вот. Парковочные места. Нет, переделали теперь... они сквер, да? Тут да, теперь вот здесь, на проезжей части и... они стоят. Ну, а там было до этого как бы? Там было, но они стояли на тротуаре. Тротуар, видите, новый сделали здесь. Ну, это уже, конечно, это уже ну, хамство вот. Полное вот. На тротуаре. Видите, стало. Что еще покажу, что происходит у нас в Воронеже. Не могу удалиться никак. Ну, на тротуаре никак. Это хамство полнейшее, ну, вот, конечно. Вот, а этот тротуар тоже такой же. Да я тут парковаться вообще не собиралась. Да я понимаю, к вам-то никаких вопросов нет. У меня девушка. Там сигналили, и я вообще... Я к вам претензий вообще не имею. Просто вы остановились, я вам показываю. Смотрите, вот. Ко мне просто. Вот, видите, пешеходная зона у нас в Воронеже. Блоки поставили уже, отодвинули блоки. Вот знаки, видите, пешеходная зона. Не могу никак добиться наведения порядка здесь. Я вам говорю, что какие бы... Ну, машин меньше стало, видите, одна там... Сколько тут машин? Одна, две, три. Ну, вот, смотрите, смотрите да? еще. Вот видите, вот. Что мы делаем? Мы куда обращаемся? В Волгоградской, смотрите. Вот да? На Волгоградской, пожалуйста, что мы произошло. Мы пишем в администрацию города. Блоки да, поставили, видите? Выстроили парковку, да, да, делать? Только как та. Что? Вот, видите, смотрите, вот, пожалуйста. А если администрация не реагирует? Сейчас, секунду, сейчас я загрузить. А жалобы пишет прокуратура. Вот видите, как отделили парковку. Вот пешеходная зона, знак по пешеходной дорожке. И вот отделили парковку. Ну так сделали пока, временно. Временно. То есть там парковка, здесь тротуар. Все. Но это временно. До каких-то глобальных изменений. Вот такие у нас происходят изменения. Что-то здесь подобное можно тоже сделать. Спокойно. Вот что мы делаем. Это люди присылают просто информацию иногда. Но это мест очень много. Это не... Скажем так, одни из, понимаете, это я что вот нашел, вам показываю. Вот что мы добиваемся, каких результатов. Если вам интересно, кроме того, вот еще негодяи всякие захватывают. А, вот, видите, тоже, вот что, видите, как огородили. Столбиками огораживают иногда, чтобы машины ну, не ставили. У нас тоже это да, все да. Краснодар. Да я знаю, в Краснодаре это особенно. Да. Да, ну в Новороссийске там нету, там ну, более-менее хорошо. Скажу, у нас более-менее хорошо и красиво. Нет, да, и да, да. У нас мы вообще культурные. Вот, смотрите, вот сделали тротуар тоже. Здесь машины везде стояли. Это в городе Воронеж, я все показываю. Просто я поняла. Группа наша воронежская. Там. Сейчас чуть не загружать. Вот так видно. Вот, видите, это зима. Вот здесь тротуар, видите, сделали. Ну, конечно, да. А здесь, машины. А здесь машины, вот ну, здесь конечно, ставили машины. Надо более 100 нарушений было здесь. Ну, да. Понимаете, что происходит? А еще мы вот работаем, знаете, захваты вот бывают, там конусы ставят всякие, там цепи, шлагбаумы, их убираем все. Знаю, ну, я видел. Краснодар это славен этим всем, этой ерундой. Цветы, они уже горшочки с цветами просто. Да, 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 знаю, знаю. Это тоже захват. Это тоже захват. Все правильно вы говорите. Вот это убираем, работаем, штрафуем. Потому что штраф до 300 тысяч предусмотрен. Ну не мы штрафуем, мы не имеем права. Я бы с удовольствием. Но не умеем права. Ничего мы не зарабатываем на этом. Больше тратим, девушка. Больше тратим. Не может такого быть. Да понятное дело. Нет, ну. Нет, это просто гражданская инициатива. А я же на работе работаю, я же вам объяснил. Это хобби, это так, другая. На это хобби сколько времени уходит? Уходит, а что делать? А как по-другому? Мне нравится просто, понимаете, этим заниматься. Вот некоторым нравится мужикам да там в баню ходить, пиво так. Пить, газеты читать. А мне нравится вот этим заниматься в свободное время. Почему вы не верите? Ну вот,
Зачем? Ну как? Просто ну не верьте, посмотрите, почитайте. Я вам не хочу ничего доказывать, просто, понимаете? Мне кажется, что без мотивации человек не будет. Идея есть, знаете? Идея. Да, идея. Изменить мир? Да, потому что знаете, что мне делать? Не изменить мир. Мир невозможно изменить. Мне и машину повреждали, уголовные дела возбуждали. Все было связано с парковкой, с конфликтными ситуациями. Знаете, в Воронеже беспредел был такой же, как в Краснодаре. Раньше захваты были. Сейчас единичные места остались. То есть нет захватов практически. Почему я там стал заниматься? Охранники стали машины повреждать, угрожать у нас в Воронеже, колеса спускать. Ну, да, да. И не только в Воронеже, это везде делать, повсеместно. Такое, да, что это такое было, если там... Это конфликтная ситуация называется. Сейчас конфликтной ситуации в Воронеже нет, понимаете? И я также подъезжаю, где был захват раньше, я могу поставить спокойно автомобиль. Зачем мне эти конфликтные ситуации нужны? Зачем мне разбираться, потом уголовные дела, ущербы взыскивать? Мне спокойно, мне комфортно живется, когда я могу подъехать в любое место и поставить автомобиль. Без нарушения, и где был захват. Почему? И также другие люди. Правильно. Вы говорите, что мы не занимаемся парковками. Вот в чем. Мы освобождаем от захватов. И две парковки, мне машину сожгли после этого, две парковки были освобождены в защите прав потребителя работ. Тоже людям помогаю. Да, тоже людям. Видите, работа связана и хобби. Нет, с общественной деятельностью. Я тоже вообще за порядок, за то, ну вот, я вам объяснил, может подпишитесь, будете поддерживать. Давайте, конечно. Наш надзор, да, пожалуйста. Мы только рады адекватным подписчикам. Нет, на контакт и YouTube. А, контакт и YouTube? Ну да. Ну, скажите, я вас пока так... Наш надзор, наберите, там везде есть, да. Да, наш надзор. Так что, вот такие, вот в двух словах я вам рассказал информацию. Проедет? Наш надзор в YouTube, да? Ну да, наберите. Напишите просто название. Вот это вы, да? Вот. Вот ВКонтакте, вот в YouTube, да. Все у вас вылезло. Вон Инстаграм даже вот вышел. Ну конечно, да. Наш надзор. Так что посмотрите из Новороссийска про судью, про интересную ролик. Вам посмотрите. Должно понравиться. Про судью, про... Ну, судья красоты, конкурс. Я бы с удовольствием не нарешила. Я, между прочим, с удовольствием купила парковочное место. Если бы мне бы его предложили бы. Я вообще... Кто хочет оставлять здесь машину? Никто не хочет. А куда ее ставить? Куда ее ставить? Действительно, такая проблема существует на самом деле. Вот ниже дворы, там сделали парковочное... Ну, там сделали... подземный паркинг и дали всем возможность. Здесь же даже, ну, захочешь, никуда не постоишь. А мы и хотим, чтобы... Николаевич, дай постановление. Так сколько у вас мужей-то было? Два уже? А что вы... А почему развелись? Можете сказать? Они не были веселыми? Нет, а назвала их неприятными, наверное. Нет, нет, они очень приятные, очень хорошие люди ушел. Это не портит. Ну, а зачем же вы их оставили? Там все хорошо, а? Зачем же вы их оставили? Не могли же вас такой красивый бросить? Я не верю. Как же так получилось? Они тоже красивые. Так, вот сейчас уже компрометируете. Подождите, но вы же хотите найти мужа. Надо все себе. А как вас зовут? Евгений. Евгений, очень приятно. Меня Алексей зовут. А мне вообще... Надо Евгения Андреевна? Нет, можно Женя. Может быть, я был вашим мужем? Точно? Я не столь забывчива. У меня вообще еще не тот возраст, да, что вы... Понял вас. А сколько вам лет? 36. Выглядите отлично. Спасибо большое. Хоть я и неприятный тип, но могу вам сделать комплимент. Да уже приятно, уже мне нравится. А сейчас вообще уже. Может по другим... А, слушайте, у меня наш свет так падает сейчас от мигалок, да. Понятно. Да не, на самом деле вы делаете, наверное. А и знаете, вот почему у меня борода? Рассказать вам? Мы вот наводим порядок, ну, вот такой, как здесь, вот на тротуарах там разные, конструкции убираем до 3-4 утра.
Не хватает времени даже вот последние 4 дня купить для крем для бритья, представляете? Вам нужно идти в политику. А что там делать? Что вы занимаетесь? Это же вы бесплатно все делаете? Бесплатно, конечно. А кто же нам платит? Нет, вы молодцы. Начнем брать взятки и все испортим. А вы вот не берите, сломайте систему. А там можно так? Люди делают систему, и систему должны ломать. Я думаю, что нас оттуда просто вышвырнут, и все. Там такие как и других. Нет, подождите, вас же не один. Либо подставит. Значит, если вы здесь есть, где-то еще есть, ну, соберитесь и сломайте систему. Вообще, ну, я на самом деле готова жить в правовом. Я вот, например, никогда отлично взятки не платила. Здорово. Здорово. Да. И очень даже, приятно конечно, это слышать. Вы меня чуть-чуть разыграли, но вот сейчас я понимаю, хорошее дело. Спасибо. А можно спросить, а почему не съехали назад? Мы же предлагали, хотели пообщаться. А потому что вред. Вот, наверное, поэтому два мужа, да, было? Ну, зато не теряйте ничего. Хорошо. Некоторые да, это здорово. Город Приозер. Уже сказано. А вы откуда приехали? Наверное, праздник какой-то был. Я судила конкурс красоты сегодня в Геленджике. А, здорово. Понятно. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Конкурс красоты не было. Да, почему вы там судили? Вы какое отношение имеете? Связано с профессией. Я издатель журнала. Какого издания? Уже никакого, уже бывший издатель, так что уже не могу говорить. Практически коллеги. Вот так вот. Сейчас что, будете опять журнал какой-то издавать в будущем или нет? А в будущем будете журнал издавать? Это какой-то неблагодарное дело. Ну, то есть печатное сейчас не пользуется спросом, вообще, да? Вообще, да, нужно уходить. Интернет, может быть? Да. Интернет-издание. Социальные сети, да. Там это дешевле. У вас есть страница интернет? Социальная. У нас связь. Да, есть, не скажешь. Не скажете, да? Да, это... Я сейчас телефон буду говорить, он там. А, ладно, давайте говорить. Ага, понятно. А у нас камера пишет хорошо, но мы вырежем. Это вырежем. Персональ данные где? Вот здесь. А, 8. Понятно. У меня 7. Заходите. Нет, на чай. Нет, я соседи своих. Я здесь самого этого. Там побреется. Вы увидите, заходите к соседям это... на чай. Вы просто меня не узнаете. Нет, когда я побреюсь, вы меня не узнаете. Пройдете мимо и все. Понятно. Издатель, это здорово. А как это называют? Как это ваше... Ну, у меня наш надзор, например, можете в интернете посмотреть. Это новороссийская организация или это нет, федеральная? Нет, это федеральный проект. Круто, на самом деле. Журналисты, мы еще журналисты. Там уже официально аккредитовано есть соответствующий документ. Вот. Кто-то спрашивает еще аккредитацию. Да, спрашивайте, представляете. Не можете сказать. Вы вредный, да? Конечно, ну, поэтому и спрашивают. У вас уже, да, уже докопаться этого. Конечно, они начинают, да, что снимаешь, ну, общественное место, и все равно недовольны. Ну, говорим, журналисты, они... Тысяча рублей, тысяча. Такое, что там под тысячу? Ну, супер. Мне назвали какой штраф. Кто победил сегодня на конкурсе? Вы победили. Нет, на красоты я имею в виду. Это одна была победили вы на самом одна деле. Одна симпатичная девочка. Победили вы на самом деле, да, сегодня. Но на конкурсе красоты. Ну а вообще на официальном. Кстати, кто? Да. Жень, а мне знаете, что кто интересно? Победил? А вы пришли, там были машины? Да, мы все убрали. Там порядка 11 машин. Люди эти, куда, как они узнали? Нет, люди нашли места, а представляете? Убрали. Нашли места. Этот... Места нашли. Я поняла. Значит, места были? Нет, нет, нет. Оттуда не убрали, кстати, ни одной машины на штрафстоянку. На штрафстоянку только убрали вот от магазина Южный 2 сегодня. А как они выбежали? Сигнализация сработала? Нет, инспектора сработали. А как вы нашли? По телефону. Попросили уйти, и они... База данных. Да, база данных есть такая, представляете? Где и ваш есть телефон, и адрес. Как они вас удивлены? Глубоко вообще? 13. Там тоже интересная дама. Ну, дама просто. Новороссийским мы были. На Южной, я говорю, улицы наводили порядок. Посмотрите, прям наберите Новороссийск, там все есть. Эти сразу разъезжаются, как инспектор уехали. Они думают, и здесь нельзя парковать.
сразу убегает. Там можно, там по кадастровой карте в собственности. Так что вот так. Всего вам хорошего. Да, вам тоже. Не нарушайте права людей. Надеемся, что вы адекватный человек. До свидания. Хорошо, в конце вот этого бардака позитивное общение. Ну ладно, все, всего хорошего, до свидания. Вот так вот, друзья, на такой ноте, представляете, подписали человека буквально. А вот еще на Александра подпишитесь, не забудьте. Свободный гражданин. Он больше, знаете, вот ДПС. Конечно. Он боль. Да, конечно, это общественное место можно, конечно. Да, теперь все. Ну ладно, свободный гражданин, тоже не забудьте подписаться. Поддержите. Да, да тут везде, тут понятно, Саш. Ну мы не можем с утра до ночи, понятно, заниматься. Потому что бардак капитальный тут в Анапе.